В ближайшее время деятельность Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской области подвергнется перезагрузке. Это стало главной темой встречи губернатора Сергея Морозова с представителями районных Палат справедливости и членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Сегодня в управлении нашей страны и региона достаточно много запущено новых процессов, формируется новая экономика, появляются новые технологии, и многие из них, если сказать, что все, направленные на благополучие граждан. Это точно, это не для красоты сложно сказано. Главными задачами новой палаты справедливости станут вопросы жилищно-коммунальной сферы, ремонта дорог, системы здравоохранения. За каждым муниципальным образованием будет закреплен член общественной палаты, во-первых. Во-вторых, мы будем принимать участие в заседаниях муниципальных общественных палат. Также мы будем их приглашать на наши мероприятия. Ну и, конечно, будем использовать современные способы коммуникации, о которых тоже сегодня говорили. В ходе заседания о своих достижениях рассказали представители муниципальных палат справедливости Вишкаемского, Новомалоклинского и Павловского районов. За 2017 год нам было проведено 5 проверок. Это значит расчистка дорог в зимний период, школьных маршрутов, как они обслуживаются, несанкционированные свалки, это уже апрель месяц, значит, горячее питание в образовательных учреждениях, значит, проверка торговых точек на продажу товаропроизводителей местных производителей Вишкаемского района. И, конечно, вот дороги, что будут ремонтироваться уже вот в этот год. Такое объединение деятельности трех важнейших гражданских площадок региона позволит создать реальную действующую систему защиты прав и законных интересов жителей. Кристина Жакот, Данил Сурков, новости Ульяновской правды.